С чего начинается сказка? Со слов «жили-были»? С заглавия? С библиотеки? А быть может, она началась в первый миг твоего рождения и таилась в тиши книжных полок, ожидая встречи с тобой. Про гномов и чародеев, про заветную книгу и волшебный орех, про коварное зеркало и белого кролика, спешащего на королевский бал. Ты думаешь, чудеса встречаются только в 30-м королевстве? Это не так. Они ждут за соседней дверью. Включи воображение, и ты увидишь, как сказка ворвется в любой город, даже такой обычный, как твой. Где мама? Ой, Алисочка, я не нарочно. Очень больно. Ну, вставай, давай. Ну, мусик, мамусик. Знаешь, Вероника, ты когда-нибудь убьешься? Ничего, мамусик, мне не больно. Между прочим, я в твоем возрасте не носилась по коридорам. И чем попала? И на чем попала? Конечно, Алисочка, ты читала? Читала и читала. А пообедать успела? Опять Васильев нагрузил. Да ладно. Быстро в буфет. Я сама все расставлю. Ну.
все в порядке? О, Геннадий Иванович, это вы? Помогаешь маме? Угу. Кстати, с днем рождения. Спасибо. Алиса сказала, вы сегодня заходили. Классные ролики. Пустяки. Пойдем, я хочу тебе что-то показать. Угу. Удивляешься? А ведь это не самое удивительное приключение на сегодня. Интереснее всего, что ты нашлась. Хм. А когда же я потерялась? Ты что-нибудь слышала о Недалии? Конечно, нет. А между тем... Это прекраснейшее место на Земле. Каждый, кто хоть раз побывал в Недалии, влюблялся в нее на всю жизнь. Когда-то в Недалии правила добрая королева Ирен, мать принцев-близнецов Мориса и Себастьяна. Братья родились похожими друг на друга, как половинки одного апельсина. Но не было людей более различных по характеру. Морис занимался науками, предпочитая тишину лаборатории мирским развлечениям. Себастьян же не пропускал ни одной охоты, светской вечеринки или просто веселой пирушки с друзьями. Только в одном братья сошлись однажды. Они оба полюбили прекрасную Мону, дочь продавца зеркал. Златовласая красавица никак не могла выбрать, кого из братьев предпочесть. Себастьян и Морис казались отражением друг друга. Я стану женой того, кто... Через месяц сумеет поразить мое сердце. Морис заперся в своей лаборатории, и никто не знал, чем занят принц, так как он выгнал всех подмастерьев. А Себастьян? А Себастьян? Настал день, назначенный Моной.
зеркало. Но к чему мне еще? Это не просто зеркало. Каждый, кто заглянет в него, познает суть вещей и все тайны человеческой души. Я дарю вам абсолютную власть, о прекрасная Мона. Но я вижу в нем только себя, как и в других зеркалах моего отца. Гармония. Редкий дар природы. Ваша душа столь же прекрасна, как и ваше тело. Но если вы заглянете в души людей, окружающих вас... Мне нет нужды заглядывать в души моих друзей. А души врагов и вовсе не стоит любопытства. Я выбираю вашу серенаду, принц. Люди слепы. Недостойны прозрения. Да будь же ты проклят! Дни бежали, а Морис не возвращался. И вот в Недалии свершилось воистину радостное событие. Да это же самый лучший ребенок на земле. Мона, я хочу сделать тебе особенный подарок в честь дня рождения нашей дочери. Подожди здесь, Клаус. Подойди сюда. Ведь ты не боишься. Что ж, братец, свершилось все, о чем ты мог мечтать. Ты вернулся, чтобы задать этот вопрос? Конечно же, нет. Я пришел за твоей дочерью, Себастьян. Магия лишила тебя рассудка, Морис. Я не Морис. Я Мортис. Что безумного в моей просьбе? Мне нужен кто-то, кому бы я мог передать свой талант. При чем здесь моя дочь? Ты забрал женщину, к ногам которой я мечтал бросить весь мир. Я получу ее дочь, и, быть может, я прощу тебя. Убирайся в свою зеркальную нору, колдун, иначе я вырву тебе язык! Считаешь, что можешь приказывать мне, братец? Морис, я не нуждаюсь в твоем согласии, чтобы взять то, что мне нужно.
одежду ты всего не увидишь. Потому что никогда не выйдешь из этой комнаты. Моррис! Моррис, выпусти меня! Возьми мою любовь, Мона. Ты выбрал рубин? Какой тревожный цвет. Пурпур. Цвет монархов. Не так ли, моя королева? Я все видел. Его зовут Мортис, и он только что заточил нашего короля в волшебное зеркало. Где твой брат, Моррис? Я Мортис. Поцелуй своего нового мужа, Мона. Я скорее умру, чем поцелую тебя, безумец. Ты сама сделала выбор. За себя и за свою дочь. Я заберу тебя. Обучу таинству магии, и мы вместе завоюем весь мир. Остановись, Мортис! Гениус Библ! Гениус Библ? Придворный магистр и астролог. Правая рука его величества. Волшебники скрестили оружие, и Мортис был вынужден отступить от колыбельки. Силы казались равными, но Библу приходилось нелегко. Сдерживая обезумевшего Мортиса, он призывал на помощь чудо, способное спасти беззащитного младенца. И чудо свершилось. Дальше. Как только улетел Аист, Мортис пропал. Возможно, вернулся в зеркало. Страшные дела начались в Недали. Каждый, кто гляделся в зеркало, любое, пусть самое мелкое, исчезал. От него оставалась лишь бессловесная тень. Так появилась... Проклятие Мортиса. Люди пропадали в любом отражении. Паника охватила страну. И в конце концов Недалия опустела. Дни и ночи я тщетно сидел над гороскопами,
пытаясь угадать, где искать принцессу. И вот однажды расскажи подругам мандолина, как в страну чужих морей и звезд, с волосами цвета апельсина, а из дочку женщине принес. Средь высоких зданий исполинов, позабыв минувшее сполна, волосами цвета апельсина, девочка не знает, кто она. Не бывает целой половина, может быть, подскажет кто-нибудь, как с кудрями цвета апельсина нам принцессу юную вернуть. Цыгане, как и аисты, путешествуют между мирами. Я поговорил с бродягами и в тот же день покинул Недалию. И вы ее нашли? Ну, это было нетрудно. Самая рыжая девочка в городе нашлась очень быстро. И потом мне было достаточно взглянуть на твой амулет, Вероника. Я охранял тебя все эти годы, стараясь быть поблизости. И нужно признаться, что познакомиться с твоей мамой Алисой было очень непросто. А я думала, вы дружите с детства. А почему вы решили все рассказать только сегодня? Потому что именно сегодня открывается проход между нашими мирами. Принцесса Вероника, вы наша последняя надежда. Магию Мортиса может разрушить только человек одной с ним крови. Без вашей помощи Недалия навсегда останется королевством теней. Но вы же сказали, что это сказка. Включите воображение, принцесса. Быть может, сказка — это ваш мир. И темная магия уже проникает в него. В моем мире все в порядке? Ты уверена? Мукория паразитика. Верная спутница темных сил. Мир в опасности, принцесса. А что если... А что написано у тебя на бейсболке? Никогда не сдавайся. Вот. Thank you.
Ну как? О. Роликов жалко. Да ну. Тогда пусть будет так. Как только ты захочешь покататься на роликах, ты скажешь ролик, нолик, оп, и они появятся. Клаус, к вашим услугам, госпожа. Забыл предупредить. Магическое зеркало до сих пор во дворце. Возможно, в нем причина всех наших бед. И открывать его верх неосторожности. Позволю себе заметить, госпожа, мы молчим уже полчаса. Интересно, а к чему снятся гномы? К прибыли? Мы, гномы, народ практичный, поэтому скажу прямо. У меня к вам дельце, госпожа. Але. Оп. Ну, что скажете? Исполняет любое желание. О, ну, чудесный. А он, наверное, кучу денег стоит, да? Для вас, госпожа, сущие пустяки. Мне нужна всего одна вещица.
безделушка, в общем. Она должна быть у вас. Хотя по факту вовсе вам не принадлежит. Я говорю о ключе. Простите, я не понимаю, о чем вы говорите. Да вы не сомневайтесь, госпожа. Орех самый, что ни на есть, настоящий. Можно загадать пробное желание. Вам это ничего не будет стоить. Ой, нет, вы знаете, у меня нет лишнего ключа. А вот дуплет подъезда вам не подойдет? А вы не такая простая штучка, как я было подумал. Согласен. Золотой ключ – вещица ценная. Но ведь для вас он совершенно бесполезен. И потом. Всегда можно договориться. Ваша цена, госпожа. Ой, послушайте, вы все напутали. У меня нет ключа и не будет. Даже если я сделаюсь, да вот, шмараканской королевой. Кто это? Это все твои родственники. Бабушки и дедушки, кузены и кузины, дяди и тети. В Недалии у всех особ королевской крови волосы всегда были цвета червоного золота. И вот что интересно. Ведь... Я... Мне кажется, я ее знаю. Ее величество королева Мона. Много звезд? Своя звезда есть у каждого человека. Прошу. Это звезда Спика, самая яркая в созвездии Девы. У нас ее называют Вероника. Да? Это твоя звезда, Рыжик. Этой ночью в созвездии выстроится точно так, как в день твоего рождения. И тогда... Скоро полночь. Время, когда небо открывает свои секреты особам королевской крови. К сожалению, мне нельзя находиться при этом таинстве, принцесса. Ну? Как только наступит полночь, скажите волшебное слово «метаморфоз». Метаморфоз. Угу.
Да. Телескоп направите вот сюда. Запомнили? Самая яркая звезда, которую вы увидите, будет звездой королевы. Увы, это все, чем я могу помочь. Да, лампу мне придется забрать с собой. Не беспокойтесь. Сегодня ночью она вам не понадобится. Ну, выше нос, рыжик. И самое главное, ничего не бойся. Угу. Морфос. Знала, что еще раз смогу увидеть тебя. Как жаль, у нас так мало времени. Но королевство в опасности. В глубинах Зазеркалья хранится шелковая книга. Ее страницы исписаны именами тех, кого забрала магия. Знай, разыскать ее не в силах никто, кроме нашей семьи. Я найду ее, мама! Помни, Вероника, горе, если книга завладеет недобрый правитель. Мортис! К счастью, книгу нельзя открыть без твоего ключа. Мне пора. Светило начинает новый круг. Не забывай, что написано на нашем гербе. Не исчезай, мамочка. Что на ключ? Что написано? Никогда не сдавайся. Прощай, мой рыжик. Нет!
Чу-чу-чу, я лечу! Захочу, захикачу! Захочу, расхохочу! Ух ты! Пиздбух, ты барах! Расхочу, заверчу, отвинчу! Больно же! Ты кто? Я? Откуда ты взялся? Я твоя радость! Я с тобой всегда и повсюду! Мы одна команда, да? Ты мне рада, да? Эй, ты, я! Славная история! Ты вроде собиралась умыться. А ты откуда знаешь? И что? Вставать не хочется? И не нужно! Закрой глаза и представь, что ты уже моешься! Давай! Раз, два, три! Прикольно получилось. Я думал, ты хочешь мыться под душем. Ты это специально, да? Да ты что? Откуда я мог знать, что ты вообразишь себе пруд? Обычно моются в ванной комнате. А как ты это сделал? Я? Да никак. Ты сама все это сделала. Комната выполняет желания. Я только напомнил об этом. Ну и что же мне теперь делать? Ай, как-нибудь. И что мне делать? Мне что-то торговать ими, что ли? Что делать, что делать? Отдать Клаусу ключ, что делать? Какой ключ, Клаус? От чего он? Ах, госпожа, со мной приключилась беда. И помочь мне может только шелковая книга. Но к ней нужен ключ. Никто не хочет спасти бедного Клауса. Ни ключика. Это мне Катюна, без присмотра. Да вы не волнуйтесь. Апельсинчики — это только начало. Радости, они как деньги. Одна к одной. Хм, ничего себе радости. Господи, Васильев, он же будет рвать и метать. Меня нет. Алиса Витальевна, отчеты готовы. Освежает. А? Решили наладить теневой бизнес в библиотеке? Это ж на какую сумму? По-моему, Вадим Игоревич, вы ко мне придираетесь. Нет. Лучше бы вон ремонт библиотеки сделали. Все плесень поросло. Это вас не касается. Я, как временно исполняющий обязанности директора библиотеки, не позволю использовать казенное помещение в личных целях. А я... Апельсины ко мне в кабинет. Быстро. Да, Васильев у аппарата. Да, занят. Сейчас буду.
вернусь. Это Пипл! Что делать? Что делать? Не выдавай меня. Доброе утро. Уже проснулись? Здрасте. Да. Волшебству. Да. Нужно учиться постепенно. С кем-то разговаривала? Геннадий Иванович, мне многое нужно вам рассказать. И все-таки, кто же ухитрился сюда проникнуть, а? Наверное, это я напевала. Да. Знаете, я часто утром пою. Чу-чу-чу, я лечу. Честно говоря, не знал, что у тебя такие проблемы с музыкальным слухом. Рыжик, рыжик. Девочки королевской крови никогда не позволят унижать себя враньем. Ни за что не поверишь, что принцесса Вероника попыталась обмануть придворного магистра. Хотя, разве что вирус. Я так и думал. Нужно было провести санобработку. О чем вы, Геннадий Иванович? Разве вы его знаете? А как же? Это чух. Обыкновенный вирус озорства. В вашем мире климатические условия не позволяют ему развиться в осязаемые формы. А у нас, пожалуйста, сколько угодно. Ну ничего. Сейчас мы все поправим. Геннадий Иванович! А этот вирус очень опасный. Опасный? Да нет. Но он достаточно вредный. Я? Например, некоторые девочки, зараженные этим вирусом, начинают врать старым друзьям. А бывали случаи, когда человек, ну, в общем, сосуществовал с этим вирусом без вреда для окружающих? Вообще-то истории известны такие случаи, но это были люди отчаянно честные и с несгибаемой силой воли. Геннадий Иванович! Да? Мне кажется, что каждой принцессе обязательно нужно попробовать пообщаться с таким вирусом для тренировки. Разрешите мне проверить свою силу воли и честность. Ну что ж, в конце концов, он не так уж и плох. Если, конечно, не давать ему вырасти. Ведь ты не допустишь этого? Нет. Дворец пуст, а с ним тебе будет не так одиноко. Так что ты хочешь?
хотела мне рассказать. Лисичка Витальевна, на минуточку, ко мне в кабинетик. Лисичка Витальевна, ремонтик мы сделаем, не волнуйтесь. Я, как временно исполняющий обязанности директора библиотеки, приложу максимальные усилия. Олесечка Витальевна, главное сейчас найти общий язык со спонсором. Каким спонсором? О чем говорить? Шутница. Это такой шанс, такой шанс. Вы под ноги смотрите, а то споткнетесь. Удачи не будет. Чур меня, чур. Вот ведьма, а? Но ведь это очень опасно. Геннадий Иванович, я ни чуточки не боюсь. Найду книгу, и Недалия станет лучше прежней. Конечно, Рыжий, конечно. Все будет хорошо. Но Зазеркалье — темный мир. И никто наверняка не знает, что именно за его чертой. А ведь ты там будешь совершенно одна. Я протестую! Принцесса будет не одна! Я ее личный вирус, а значит, тоже имею право войти в Зазеркалье. Со мной не пропадешь! Уймись ты, хваста. Геннадий Иванович, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Наша драгоценная Алисочка Витальевна. Очень ценный, практически незаменимый работник. Агаре. Агаре. Его Величество, высокочтимый король Шмарокко, Али Хасан XII, имею честь предложить свою руку и сердце достойнейшей и прекраснейшей из женщин, несравненной госпоже Алисии Витальевне Чудило. И он надеется, что она станет величайшей шмарокканской королевой и да сохранится имя ее в истории нашего государства во веки веков. Подданные приветствуют вас, принцесса Вероника. Геннадий Иванович, а я ведь совсем не знаю, что делать принцессе в таких случаях. А знания здесь не нужны. Просто включите воображение. Я пошла. Пожалуйста, будь осторожней. Помни, что ты последняя надежда Недалии. И береги амулет. Я вернусь, и Недалия возродится.